В Анапе под колесами легковушки погиб приезжий из Самары. 28-летний приезжий из Самарской области после захода солнца около 8 часов вечера шел вдоль дороги по трассе в поселок Виноградный под Анапой. Его сбил легковой автомобиль. На пешеходе не было одежды со светоотражающими элементами. Пострадавший умер до приезда скорой помощи, не приходя в сознание от тяжелых травм, полученных в ДТП.